Всем привет, дорогие друзья! С вами, как всегда, Маша, и вы на канале «Вкусно, просто и доступно». Сегодня приготовим вкуснейшую заготовку на зиму. Я ее сколько ни готовлю, всегда она разлетается одной из первых. Вкусно, необычно, а для тех, кто любит баклажаны, это вообще находка. Давайте расскажу вам все тонкости приготовления. Один килограмм моркови я натираю на терке для моркови по-корейски. Лук нарезаю вот таким вот образом. Отправляю к моркови, и я его разбираю на волокна. Нарезаю сладкий перец. И перец отправляю к остальным ингредиентам. Один стручок горького перца тоже измельчаем. Кстати, с одним стручком этот салат получается достаточно острым. Если вы не любите слишком острый, половинки будет достаточно. Отправила его к остальным продуктам и заправляю. Добавляю соль, сахар, измельченный чеснок. Из специй я взяла зиру, черный молотый перец и паприку. Друзья, точные пропорции есть и в ролике, и также вы найдете в описании под этим видео. Добавляю 9% уксус и все между собой перемешиваю. Оставляем, чтобы овощи мариновались. Дальше подготовим грибы. 1 килограмм шампиньонов нужно измельчить. Я нарезаю вот таким вот образом, можно нарезать пластинками, здесь уже как вам нравится. Отправляю на хорошо раскаленную сковороду с небольшим количеством масла. Обжариваем до тех пор, пока не испарится вся влага и грибы начнут золотиться. Когда грибы подзолотились, я их еще теплыми отправляю к овощам, пусть маринуются. Все хорошо перемешиваю, оставляю в сторону. Дальше займемся баклажанами. Я их помыла и нарезаю вот такими нетонкими кольцами. Отправляю их обжариваться на хорошо раскаленную сковороду с небольшим количеством растительного масла. Я обжариваю на нескольких сковородах, так намного быстрее получается. Жарим по несколько минут на большом огне, чтобы только они подзолотились. Все, баклажаны также подготовлены и собираем банки. Выкладываем на дно несколько кусочков баклажана. Банки нужно наполнять лучше всего с помощью рук, так вы сможете плотно уложить салат. Дальше маринованные овощи с грибами слой. Снова баклажаны. И сверху опять-таки овощи. Этот салат можно все вместе перемешать и баклажаны вместе с овощами и так наполнять банки. Но мне больше нравится именно вот такими вот слоями. Тогда баклажаны получаются цельными кусочками. Уплотнили плотно банки. До верха я доливаю маринадом, который остался с овощей. Кстати, у меня немножечко овощей еще осталось на одну порцию салата. Сейчас к обеду то, что нужно. Он сырой тоже вкусный получается. Накрываем крышками. И отправляю банки в кастрюлю, дно которой обязательно нужно выстелить полотенцем. Заливаю уже слегка теплой водой, довожу до кипения и после момента закипания стерилизуем 25 минут. Накрываю. Этот салат просто отлично сохраняется, остывший отправляем в погреб или в кладовую. И зимой можно наслаждаться вкусной и необычной закуской. Ну что ж, мои хорошие, я надеюсь, что этот рецептик вам понравился. Если же так, подписывайтесь на мой канал и не забывайте нажать на колокольчик. До новых встреч, всегда на канале «Вкусно, просто и доступно». Готовьте с любовью, будьте здоровы и хороших, вкусных и удачных вам заготовок. Пока-пока!